Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на продолжение прохождения игры Road 96. Друзья, сегодня у нас с вами последний, седьмой эпизод. Сегодня решится все. Сегодня мы узнаем финал игры. Сегодня мы узнаем, что будет в конце, потому что то, что мы видели с вами на протяжении всех эпизодов, да, это просто какой-то сюр, это какая-то трагикомедия, я бы даже сказал. Последний эпизод так вообще просто, особенно в конце, перевернул меня с ног на голову. Но, тем не менее, мы, как вы видите, удачно, и, как вы помните, удачно пересекли границу. А вот как мы ее пересекли, если не видели, то посмотрите предыдущее видео, ссылочка будет в описании, ровно так же, как и весь плейлист прохождения этой игры. Итак, друзья, ну что, давайте начнем, посмотрим, что у нас сегодня будет, чем это все закончится, как, что. Hello. Давайте посмотрим. Sonia Sanchez here. Welcome to the Sonia Show. We don't often begin with a lighter story, but today we're doing just that. As we all know, criminals aren't always the brightest bulbs in the box. Well, earlier today, desperate to get away from police hot on their trail, two bumbling robbers threw the only thing they could at the police chasing them. That's right, the money they'd just stolen. Talk about throwing your money away. Unfortunately, the suspects evaded the police. We were sent some sketches of the criminals, but due to technical difficulties, are not able to share them with you tonight. The gate to the border was open today. Goes to show you how great our nation is, because we had, as always, few requests to work offshore. Now let's take a moment to look at the latest candidate polls. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. As we approach election day, more and more protests are occurring in our fine country. Don't support the violence. Vote for Tyrak. As you know, The Sonia Show is very concerned about our youth, who continue to mysteriously disappear. Let's view today's missing teen report. Так, ну что, ребятки, давайте будем выбирать. 15 лет, 18 лет, 17 лет. По деньгам у всех, ну как бы не особо. Но давайте, наверное, выберем того, кто дальше, наверное, всего от границы. Либо серединку выберем. Давайте выберем золотую середину. Смотри, у него энергия на семерку, но ему, извините меня, 1540 как бы чапать это, ну, на самом деле, до хрена. Но, тем не менее, ему 18 лет, как бы, мне кажется, к нам будут по-другому немножко относиться. Может быть, даже сложнее все это будет. Я не знаю даже, ребят, честно, вот даже прям не знаю, честно. Ну, давайте выберем его, он не так давно, типа, пропал, может быть, еще это тоже сыграет свою роль, типа его не так особо ищут. Давайте выберем его. Да, действительно, наверное, стоит тоже на это обращать внимание, что, типа, ну, наверное, его не так давно разыскивают, так скажем, не так он, в общем-то, примелькался еще, и более-менее как-то свободу у нас получится путешествовать. 16 августа у нас на пороге, 96 год, агитки ездят. Начинаем в каком-то отеле. Я видел это лицо раньше, называется эпизод. И так похоже, как будто мы с вами где-то под Сызранью находимся. Ну реально очень похоже на Россию. Так, Соня тут у нас тусуется в этом замечательном отеле. Хорошо. Слушайте, ну, по факту, то есть те решения, которые мы с вами принимали и разрисовывали плакаты Тирака, они, походу, действительно действуют, потому что у него рейтинги слегка упали. Ну, можно в номер заглянуть, слава богу, там никто не трахается. Так, так, громим его плакаты беспощадно. Можно отдохнуть, но у нас, в принципе, все с этим хорошо. Меня там заинтересовал один плакат, вот этот вот, типа $1000, звоните 96-112, знаете, радиопередатчики бригады. Телефона я тут что-то не наблюдаю, так бы я, конечно, позвонил, и, наверное, я бы $1000 залутал.
Денег нет, к сожалению. Есть испорченную еду я не буду. Здрасте. Что случилось? Почему не вы сами? I do it myself, but it doesn't seem classy. And I fired room service last week. They were doing inappropriate things to the food. Ладно, сделаем. Now grab the bottle and get going. Sonya doesn't like to wait. Show, go. The elevator's at the end of the hallway. She's in room 307. Ну, пойдем. Пойдем. Подняться. Такой, знаете, отель старый, такой американский, прям вот как в фильмах в 90-х. You're a loser, and no one knows you. It's perfect. Yes, Sonya. Так, она сказала 307-й. Yes, Sonya. Jesus Christ, finally. Put it on the table and get the hell out. Wait. You ever take photos? Ну, типа того. Not that kind, perv. Just get behind the camera and I'll explain. Chop chop. No. No, chop chop. Chop chop, пошевеливайся. Блин, интересно, ты, конечно, в английском языке всякие вот эти приколы. Okay, here's the scoop. I've sent Adam, my driver, to meet two members of the Black Brigades in the warehouse across the street. While he talks, I want you to take photos. Got it? Just don't screw up, sweet cakes. А куда зырить-то? Где они есть? Down here. You see me? Вижу. What do I do if they start asking questions? You keep that trap shut. The kid and I'll tell you what to say through the earpiece. Now we wait. Kid? You got any questions? Any at all? Now's the time to ask. Ну да, у меня тоже есть ощущение того, что случится что-то серьезное. What about you, honey? Planning on being at the border for the big day? Да, я подам голос. Another political teen? Ну, вообще, я просто хотел попутешествовать. Ну, ладно, раз уж на то пошло. Офигеть, бедолага, он всю ночь простоял. Опа, идет чел какой-то. Да, это бригадиры. Ну, так, глава их, это шестерка, это я уже знаю. Hey there, guys. Jesus Christ. Evening, Thelonious. If you say so. Sweetie Pie, take a photo. Let's talk inside. This better be good, Thelonious. We baited them. Thelonious there supposedly has important info. Adam, we can't see you. You gotta make them move. Guys, can we go somewhere else? The feng shui is off here, right? You're a very strange man. I got a bad feeling about this, R. Relax. We're looking for info on... Nice! With that kid Alex's help, maybe we can take him out. Sir Thelonious, what can you tell us about Tyrek? Okay, honey buns, think fast. Numbnuts needs our help. Строят новый насос. Tyrek will be there for the grand opening. Yeah, surrounded by dozens of secret service. That can't be the only thing you have to tell us. Попросить денег. You want more information? You'll have to pay for it. Whoa, whoa! Let's stay cool. Oh, Adam's a trooper. He'll be fine. You're not going anywhere. Блин, сейчас они спалят херню, это ухи у него, по ходу дела. Earpiece, no,
It's time for a more serious discussion. Завалят пацана не за хер собачий. Oh, shut up, kid. Just keep taking photos. Whoever's listening, I sure hope your friend knows how to fly. Блин, я не знаю, что ответить. Over there, R, at the window. We see you, kid. He's got a camera. I'm gonna count backwards from five. If I get to zero and don't have the camera, Thelonious goes over. Got it? Don't you dare give him the camera, honey buns. That's my story. Five. Блин, я даже не знаю. Давайте, 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 давайте оставим камеру. Come on, Tim. We're getting out of here. Whoa, that was cold, kid. You just killed Adam. Watch my next show. Надеюсь, пленку пригодится. Adam? I mean. Так он в парашу упал, что ему будет, он живой. Я так и знал, что это будет. I tried to save you, but he saw an opportunity and ran with it. Get out of here, kid, before I throw you through that window. Ты бы спасибо лучше сказал, дятел. Так бы, если бы мало ли что, блин, было бы все очень плохо. А так, глядишь, оказалось все хорошо. Так, может, в какой-то номер можно зайти? У нас же есть типа карточка работника. О, Джерард, здорово, братан. Ты тут, что ли? Ёптать, открывай, побазарим. А, ладно, хер с тобой. Я так и знал, что мы еще с ним встретимся. Мы и с ним встретились. Без него прям никуда. Так, куда нам? This got anything to do with the guy that just limped through here? Нет. Well, anyway. Не будем ее беспокоить и посвящать в эти дела. Спасибо. Hope she talks about the blue water on her next show. I love Sonya so much. Так, что тут у нас есть? Ты проиграл. Понятно. Блин, зачем я это нажал? Ай, балбесня. Кассетка пойдет. Кого-то на бабки тут поставили. Ключи от тачки. То, что мне нужно. Это мы разрисуем. Ой, как насчет 100% скидки? I guess. Ура! Слышали про подростка? Black Brigade killed her, like they did those poor souls in 86. Это жестко. Так, и что теперь? Что мне типа дает-то эта 100% скидка-то? Я понять не могу. Я никуда не могу поехать. Что-то взять? Купить пленку? Нет, это мне не надо. Позвонить домой. Давайте позвоним домой. Если кто-то трубку вообще возьмет дома. Hello? О, батя. Здорово. Oh, hi, Richard. Richard? Yeah, no, that's nice. But we don't need you to come over. No, no, no. I insist. Don't come over, okay? We're fine. It's him, isn't it? Give me that phone! Keep going! Keep going! Ну-ка. Что-то мне это интересно стало, что там может быть. This is Patria Com. The line you are trying to contact has been disconnected. Ясно все. Так, что там по передатчику? Звоните 96-112. Ну-ка, давай мы сейчас позвоним. 96-112.
чего трубки-то не берете? This is the Sonya hotline. Please note, any false information will result in criminal prosecution. А нахера тогда звонить каждый раз в эти, ну вы поняли, спать. Все, супер. Ну, вообще клево на самом деле, то есть мы вроде бы везде победили. И выспались, и тачку на халяву залутали. Короче, ну все, ребята, просто по кайфу. Итак, осталось нам только понять, на какой машине мы поедем, но всегда мы почему-то едем именно на красных тачках. Больше, походу, здесь никакие автомобили не котируются. Так, открываем двери и угоняем тачку. Замечательно, прям то, что нужно. Полетели в сторону границы. Мне реально интересно, куда каждый раз пропадают эти тачки, когда мы добираемся до следующей точки. Вот, ну куда они деваются? Он просто уезжает на машине, потом проходит какое-то время, и все. Она куда-то исчезает. О, здорово! Прикольная хрень. Далеко собрался. Energy. It's the bane of my existence. Actually, this kid I met just helped me with an energy bomba. Problem. Бомба лежит, смотри. О. Током дёрнуло. Should've seen this kid's hair. Crispy. Yo, go on. Ask me a question. I can multitask like an MF-er. Слышали о пареньке, что погиб при переходе через границу? Нет, и Флорес тоже типа виновата, но... Блин, каким образом? Фашистские свиньи, пограничники виноваты. Но они же завалили его по факту. Ну по факту, да, это же погранцы его убили, поэтому при чем тут там Флорес и прочее. Ну это если так, поверхностно, да, смотреть, если глубоко заглянуть, то, конечно, виноваты это все, то что, ну, люди валят из страны. И их убивают на границе. Быстрый. Назовем их лаптопы. Sounds stupid, dog. I'm telling you, small computers are the future. Hungry? Ask your small computer for food. Lost? Ask your small computer for directions. По мелким компам прёшься. Yo, are we gonna play this bad boy or not? Точняк, дай припаркуюсь. Ну, типа поиграть или что-то такое. It's called Furious Tanks. You got tanks, and they're furious. You are blue. This is easy mode. Ой, да ладно. Танчики, пацаны. Охереть. Ребята, это танчики, охереть. Yo, maybe we can make it better. Maybe the player has to gather ammo? Maybe the bullets bounce off the walls? What do you think? Мне нравится про патроны. Boom! Game time, dog. А, что, типа начать? Блин, ну лучше бы я выбрал скачущие пули. Отстань, это моя, это моя! Э!
Ой-ой-ой. Ой. Ай. Опа. Ай-ка, я косой. Пю. Опа. А, ай, отдай. Кто бы мог подумать, что танчики это так весело, ребята. Ну такие классические танчики, назовем их так. Ай! Профукал, блин. Опа. Че, у него типа два заряда, но он почему-то... Еее, я победил. Не, сложно, это сложно. С поиском патронов это сложно и интересно. А по-моему, бездонный магазин лучше. Давай добавим бесконечные отскоки. Okay. Мне уже нравится. This, ой, ой, что произошло? А все, один патрон. Ой, а как так? И я ему под задницу поддал. Сожрал его, все. Ой, так, злые танки, супер, поехали. Спасибо. 20 баксов, это неплохо. One day 100 people will play the same game at the same time. Останется только один эпик. That's a good idea. We gotta make that game one day. You're blowing my mind, homie. Кто тебя такому научил? Откуда ты столько знаешь? Петя никогда не будет игрового ринга. Кто тебя такому научил? I just picked it up on my own. My intellect is vast and sponge-like, dog. Предки программисты. Зря, наверное, спросил. Я не то ляпнул. It's not you, Homeslice. It's just... I don't know my parents. Not my real parents, anyway. You know the attack in 86? Yeah. Well, I think my bio parents died in the attack, too. The really sad part is, I got no memories of them. None. No matter how hard I try. Опять же, даже вот в этом моменте, тогда вроде бы веселятся все там туда-сюда, вот это все. Вот у мужчины и женщины сделаны для всего интерактора, считай, что это его био-родители. It's from GNN, the day of the attack. Ты на батю похож. They appear for just one sec. I learned a lot about computers enhancing this. Он был впечатляет. Thanks, homie. Guess I needed to talk and didn't know it. Не вопрос. That's why I'm on the road. They're probably gone. You know, buried underneath the rocks. But I want to find out as much about them as I can. Удачи в поисках. Thanks, man. You can drop me off at the next location. Yo, your fuel is low, dog. You're gonna run out of gas fast. Хм. А что поделаешь? Это не моя тачка. Think I'm blind? Now, crank some music. We best ride in style. Да, то есть вот, ну, насколько даже здесь в игре, казалось бы, да, вот это все демонстрируется. Ну, вроде бы сидят, да, общаются на такую тему, веселые там туда-сюда. Просто один некорректно заданный вопрос меняет в корне просто суть беседы и в целом вообще всю беседу. Ну теперь вопрос с тачками закрыт, точнее, наверное, скорее всего, просто у них реально кончается бенз, он их бросает и идет дальше. Опять снова мотель, типичный такой американский. Так, ну что, испортить плакат, скромить. Плакат. Все, супер. Поднасрали немножечко. Сейчас по всем здесь пройдемся. Их тут, как я вижу, очень много, поэтому
можно немножечко погриндить. Так, чекнем мусорку. Может, что-нибудь выпадет. Ни хера нам отсюда не выпадет, все ясно. Опять про радиопередатчики разговор идет. Здесь что-то написано. Номер закрыт на ремонт. Хорошо, я вас понял. Там чел какой-то где-то сидел. Так, это мы не будем портить. Туалеты, в которые нельзя сходить и в которых ничего не валяется, к сожалению. Ну ладно, ладно. Музыка такая. Can I help you? Привет. She's back. Кто? Just act cool, okay? Кто? Sorry to interrupt. Mind if I have a word with you, kid? Что происходит? I'll explain everything in my room. Ого, ты найдешь меня в номер? How is it looking, Fanny? Almost ready. Что I'm происходит? On the trail of the brigade transmitter. Heard about it? Ну, типа I да. The person moving it frequents this motel. In fact, I think he or she was here last Sunday. Иди, чтобы я поспрашивал постояльцев. I do, yeah. Почему the я? Guests here don't talk to cops. Truth is, так ты переоденься в что-то другое. I don't know exactly. Maybe the clerk back there. To be transparent with you, the brigades tried to kill me not long ago, and I'd really like to bust up their comms. I knew ладно. I could count on you, Peach Fuzz. Everything you need is on the wall. Take it. Here's how it's gonna work. We've almost identified the perp, but we need to be sure. Talk to the guests and scribble out the ones that don't match. Come back when you've narrowed them down. Got it? Got okay. any more questions before we begin? Anything at all? Okay, вопрос? Let's get нет. going. Погнали. И чё, бродяжничать по номерам? No way you're done already. Come back later. А, ты здесь живёшь, я понял. Вакант. А, он пустой. Все, я понял. Hello. What can I do for you? I was, yes. Yes. I remember him well, in fact. He was handsome. A big man with short hair. Large hands. Короче, она явно на дальнобойщика указывает на того. You don't have his number, do you? Нет. Как я понимаю, она говорит вот про этого, наверное, скорее всего. Короткие волосы, да. I'll be here tomorrow, if you find that number. Ну, мы-то как бы, видите, знаем его, грубо говоря. Тут написано не беспокоить. Давайте постучим. О! Hey, where's my salad? I was. Oh yeah, I tried avoiding him. He frightened me. He was the same age as me, and I don't consider myself old. You don't think I'm old, do you? Нет. The key is salad. Lots and lots of salad. Взрослый. Ну вот он, блин, его сразу видно, это ясно, понятно. Давай, братан, пока. Блин, отмычки нету нихера, вот можно было бы в этот номер залезть. Наркоша. I didn't talk to him. Seemed like he wasn't the kind for chit-chat. Hulk. Had a squarish face. Real macho. Know what I mean?
there. Does that help? Квадратное лицо. Ну да, вот они трое остаются. Так, ну и остается у нас либо этот номер, который пустой у нас, да, и значит возвращаемся к клерку. А где клерк? Эй, а ты где? Ладно, окей, я вас понял. Ну пойдем наверх поднимемся, может быть там кто-то живой присутствует. Опаньки. Там трахаются, пацаны. Короче, они не откроют, понятно. Ладно, трахайтесь дальше. Так, здесь никого нет в этом номере. Здесь тоже чисто. I didn't talk to him. Does that help you? Sure is. The results will be fabricated. They always are. But this time, it won't matter. The tide has finally turned. Борода. Ну вот он, да, остался. You find your dad, kid. Знал бы ты, чел, кого я ищу. Так, ну что, мы можем, в принципе, возвращаться обратно. Я думаю, здесь мы ничего уже не найдем. Нам интересного. Клерк нам тоже уже не нужен. Правда? Она, походу, из бригады, что ли? Из бригады? Да. И тот, кого ты ищешь... I know him. He's a good man. Don't do this, please. Alter your results. She'll never know. Блин, вот я и не знаю, что делать-то на самом деле. Ну, давайте вспомним, типа, что они хотят делать. Они хотят по-любому взрывать что-то, да? Но Малой эту бомбу сделал, мы помним, что он ее сделал, ну, пустышкой, по факту говоря. Давайте-ка мы, наверное, переделаем результаты. Пустим мента по ложному следу. Но я все-таки реально уповаю на то, что, блин. А то, что бомбу они делают левую. Я сделал, что сказано. Ну, наш лазутчик все еще где-то там. Думаете, найдете? Just a matter of time, Peach Fuzz. You there, X-Mom? Hold on. I gotta take this. X-Mom, I just sold the game I made. That's wonderful, baby. You're still being careful out there, right? Don't start, please. Sorry. So, how is your search? Нахера ты сюда приехал? Блин, она бы его поймала сейчас, если бы мы его оставили, наверное, в списках. Что делать-то? Oh, well, I'm glad to hear it. You are smart and kind. Все, она просигналила ему, чтобы он свалил. Look, I gotta go. I'll call you soon, okay? Блин, у тебя получается сын в бригаде, а ты даже до этого не догадываешься. Bye. Да уж. What was all that racket? Не знаю, я ничего не видел. How people ever get any R&R in places like this is beyond me. Well, thanks for your help. But I gotta clean up here. Say, have I seen you someplace before? Впервые видимся. Вряд ли. Anyway, take this. It's not a lot, but you deserve it. For your help. Спасибо. Take care of yourself, okay? The roads can be mean. Это уж точно. В дороге действительно может случиться все, что угодно. Урал.
Так, ну ключей у нас от этого автомобиля, к сожалению, нет. Я не знаю вообще даже, где их взять. Понятия не имею. Давайте попробуем автостопнуться. Если получится, то доедем на автостопе. Если не получится, то на автобусе доедем. Получилось. Хорошо. Но пока ничего не предвещает вообще. Мы просто едем, едем, куда-то едем, что-то делаем. И, в общем, вот так. Пока что ничего сверхинтересного. Опять Джеред это, да? Нет, это какая-то женщина. Подождать высадки, про железные карьеры, день выборов. Короче, я ничего у них не буду спрашивать. Я просто тихо проедусь. Ну, это чисто такая болтовня, которая отнимает время, и она абсолютно неинтересна. Я думаю, вряд ли мы что-то полезное сможем извлечь от этих людей. Мы так и не выучили навык отмычки. Блин, ребят, напишите в комментариях, как его надо было получать. Это по-любому где-то в начале делается. Просто жутко интересно, как вообще это случается, что этот навык надо где-то выучить. Просто столько всего пропустили, столько всего можно было взломать, столько дверей перед нами оказались закрыты, к сожалению, из-за того, что я этот навык просто не знаю. Ну что, мы снова добрались до знакомой точки, и что-то мне подсказывает, что сейчас у нас, ребята, будет финал. Но интересно, какой финал? Меня еще смущает то, что сегодня 16-е, типа, мол, того, что августа. Голосуйте. Напишем это. Я бы на самом деле отдохнул. Давайте еще. А, сука, какая-то пирамиду разрушила. Лагерь сожгли, мрази. И деньги, походу, тоже сперли, падлы. А, нет. Денежки мы заберем. Падлы, лагерь сожгли, вы прикиньте, они походу нашли нашу эту самую нычку. Вот это крайне херово. И чё, всё что ли? Я типа всё в тюрьме? Или мы их попробуем подкупить? Деньги отобрали. Натуре в тюряге. Где? In a holding cell near the border. They brought you in last night. Голова раскалывается. That's why. But you should start to feel better soon. No, there are the cells here. Guys, say hello. Hey. Какой-нибудь guy called the cops at me at a gas station. There was another teen there. Must have been arrested too. Ну все, я вспомнил про него. Да, 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 да. Как отсюда выбраться? We wait until we're sent to the pits. Won't be long now. Да. Ну и вот, да. Офигеть, сколько дней мы там просидели, кошмар. Да вы уйдете. We'll turn him into a good teenager yet. Твари. Отдыхать. Ну а что еще делать? Сорвали плакаты, поорали, и надо отдыхать. Вот он, ребята, день выборов. Wake up! You're being transferred to the pits. Now get up! Demonstrations. It's election day, and scum like you want to make trouble. You need to go. Now time to get you in the truck.
О, спаси меня, алло. Вот ты мразь. А я тебе помогал. Да он мертвый, походу, уже. Что делать? Блин, никак этого. Смотри, тут бензин стоит. Может быть, что-то придумаем? Народ возле границы. Do I know you? Sonia here, live at the border on election day. Where events have quickly turned into a heated protest. Fires are spreading as rioters in high numbers have gathered at the wall. The tension is rising. Got a new hat, Jared? Help! Help! How do they expect me to do a transfer like this? Look at this, man. This is crazy. It's happening. The BBs will save us. I know it. What are they doing? They know we're in here, right? Stop that! Get your hands up! Stop! A prison van has just been flipped over. Go, go, get him out! Everybody, to the wall! Where the hell is Robert? Big John, did you see Alex? You saw Alex? Where is he? At the wall. Kid, come with me. I gotta find someone. Пойдем. Офигеть, вот это да. Пошла жаришка. Хера он выбил с ноги. Красавчик. Ну, погнали, посмотрим, что там. Кого-то нам надо найти. Вертолет? Что? Алекс! Ну вот он. What are you doing? John? Don't get any closer. I'm warning you. Stay out of this. This is for the brigades. For my parents. Your parents wouldn't have wanted you to give your life, Alex. How do you know? Robert said... Robert is a liar! No, you're the liar. You promised me that you'd tell me about them. Alex, you don't understand. I do understand, John. You wasted my time. And you're wasting it now. Your mom and dad, Alex. Naomi and Steven. They built it. Built what? The first bomb. We were gonna use it. But there was a problem at the last moment. That's when Connie and I, my girlfriend, tried to take Tyrak out in the truck. We'd worked too hard to come up empty-handed. But we missed. And Tyrak detonated the explosives on the peak. And my parents were killed. Yes. And Connie. And so many others that day. Why didn't you tell me this sooner, John? I thought it'd radicalize you. Push you to build the bomb. And I didn't want you to hate me. Then I should activate this bomb. To do what my parents couldn't. They wouldn't have wanted you to die for this, Alex. Believe me. Alex won't listen to me. Can you talk to him? Please, young blood. Давайте попробуем, поработаем психологом. Why are you interfering? Nothing will change without sacrifice. John doesn't know anything. Nothing he'll tell me anyways. They loved you, Alex. They loved you more than the world. You hear me? It's not fair. They're gone. And I never got to know them. I know it isn't. But if you activate this bomb, you'll be taking someone else's parents away. I guess you're right. There. I disarmed it. Oh, I'm so proud of you. Come on, Liz. Don't move! Hands up and turn around. Slowly. Hands up, I said!
Mom! Don't shoot! Alex? Your mom's a cop? Get out of here, Alex. That voice. Wait. Papa Bear? No. You Охренеть. Know each other? Yeah. Turns out I've been chatting on the CB with the very person I was after. Well, it's not great for me either. The woman I love being a cop and everything. Love. Yeah. Love. Ha! Don't make me laugh. Listen, I'm sorry I stood you up. I chickened out. You think I care about that now? My mom and Mr. Ursus, we're gonna go on a date? My mind is gonna explode. Alex, I told you, get out of here! Listen to your mom. So, how do you know each other again? I did some work for the brigades, for info on my bio parents. John knew them. Yeah, right. It's the truth. My girlfriend and I were friends with Alex's parents. Your girlfriend? She died in 86. I've been trying to protect Alex. You gotta believe me. Mom, I did everything on my own. John didn't force me. You gotta believe him. He's a criminal, Alex. How many deaths are you responsible for because of that radio? But I've made some terrible decisions. Now the day goes by that I don't regret them. Ah, boo-hoo! So, what am I supposed to do? Let you go? Is that it? Well, I can't! I'm a police officer! Please, Mom! Lower your gun! Get out of here, Alex! Drop the gun! Alex, stop! Get away from him! John! Supporters on the other side of the wall have broken through and are now fighting the border forces with the brigade. Could this be it? Is the revolution really happening? Ко мне-то что делать? Присоединиться к драке, либо сбежать? Давайте присоединимся к драке, что будем воевать, посмотрим, что там такого. Просто, ну, сбежим мы, ну и что толку, как бы, да? Это будет не, так скажем, драматичный финал для серии. Просто сбежим и все. Мы уже столько раз с вами сбегали отсюда, поэтому давайте присоединимся к драке, посмотрим, что из этого выйдет на самом деле. Самому даже интересно с этой стороны взглянуть на сюжет. Go, блин, медведя жалко взяла за... Ой-ой-ой-ой, что за лаги такие? Завалила его, блин, не за хрен собачий. Ну всех-то не перестреляют, ёптать, погнали! О, Зои, здорово! О, козлина. Мясо пошло. Всё. Uprising that started that day spread to most of Petria, ensuring a fair, democratic election. Floris won by a landslide and promised to repeal much of what Tyrak had done. Tyrak was arrested and tried for his crimes. The iron pits were closed, and the wall came down as well. Though it's far too early to tell what the future of my country holds, for the first time in many years, there is hope. And that, at the very least, is a good place to start.
Все, друзья. Как я понимаю, это все. Да, ребята, пошли титры. Ну что, ребята, как вам игра? Я на самом деле впервые за последние, наверное, несколько лет прошел игру с действительно таким интересом, с таким энтузиазмом. Ну, на самом деле, очень крутая игра. Да, в ней весьма посредственная графика. Мы все это с вами прекрасно видим. Может быть, там какие-то решения совсем непривычные нам, и кто-то скажет, не соответствующие там 2021 году, что типа так не должно быть. Но, блин, насколько здесь крутой сюжет, насколько здесь много всяких ответвлений этого сюжета. Каждое решение твое, оно действительно влияет на финал, на то, что будет в дальнейшем, на то, что будет в следующем эпизоде. Ну, это круто на самом деле, это реально круто, ребята. Напишите в комментариях, как вам игра, понравилась, не понравилась. Любое ваше мнение для меня будет важным. Я понимаю, да, что не так много просмотров соберется под этими роликами, под этим прохождением, потому что это как бы не совсем основная тематика канала, да, это отнюдь не симуляторы, но если когда-то на канале и были симуляторы, это же не значит то, что я должен постоянно в них играть, это не значит то, что я не играю в какие-то другие игры, да, и вообще обхожу их стороной. Иногда просто для себя, реально, просто для себя, чтобы потом в будущем, спустя несколько лет, пересмотреть эти видео, вспомнить эти моменты, которые сейчас происходит в моей жизни, там, если вдруг вы через несколько лет будете пересматривать, вспомните, какие моменты были в вашей жизни в это время. Это круто, на самом деле, это воспоминание, это действительно круто. С наилучшими пожеланиями, друзья. Я думаю, мы на канале пройдем еще одну игру серии, вроде как по ней уже начинают выходить. Игра называется Lake. Я очень надеюсь, что вам она также понравится, вы также поддержите активно, насколько это возможно, то прохождение. Но на этом все, ребята, я с вами прощаюсь. С наилучшими пожеланиями. Пока-пока. И еще увидимся.